Усугубившаяся в стране политическая и экономическая ситуация прямой дорогой ведет к уничтожению и деградации будущего поколений. Такой вывод сегодня прозвучал на педагогическом собрании в столичном лицее Натальи Георгиу. Своими опасениями по поводу так называемой европейской реформы образования и в первую очередь гражданского воспитания учащихся преподаватели поделились с третьим президентом страны, председателем партии коммунистов Владимиром Ворониным. Правящий альянс пытается вырастить из еще не сформировавшихся личностей послушных марионеток, которыми он сможет манипулировать во имя своих политических целей, жаловались педагоги. Они подтвердили, что школьников различными угрозами заставляют 3 ноября выйти на площадь. Дети боятся того, что они смогут сдать зачеты и экзамены, из-за этого выйдут на площадь. Их уже об этом оповещают, звонят учителя. И поэтому задача наша здесь, конечно же, объяснять подрастающему поколению истинные ценности государства и как сохранить это государство, а не разделить его на несколько частей. Государство без патриотов и образованных людей обречено. Собственно, в этом и заключается проевропейская политика действующих властей. Массовая ликвидация школ, тотальная безработица, процветающая коррупция. Ситуация в стране не оставляет подрастающему поколению выбора, заявил Владимир Воронин. От вас такой легкости наши ребята выезжают из Молдовы. С такой легкостью меняют гражданство. С такой легкостью становятся преступниками и прочее. Это беда. Это большая беда. Ее можно было устранить, можно было обойти, если бы наверху, на эшелоном выше, было бы понимание этой ситуации. Было бы понимание того, что страна без граждан обученных, без граждан патриотов перспективы не имеет. Зачем Европе, колониальной державе, специалисты с дипломами и образованием, если ЕС отводит Молдове роль завоеванного государства? Прозвучал на педагогическом собрании вопрос. Лидеры коалиции неустанно твердят, каким он будет западный рай, какой экономический подъем ждет страну после подписания договора в Вильнюсе, в каком достатке будут жить молодежь и пенсионеры. А стоит ли верить, если нищенский уровень жизни в Молдове и есть показательный результат воплощения обещаний все тех же политиков. Жилье недоступно, медицина недоступна, образование недоступно. Я уже не говорю о пенсионерах, которые получают индексацию 4-7%. Это позор для страны, это позор для республики. Народ это все видит. Но самое главное, сегодня при правлении так называемого альянса 1, 2, 3 и евро направленности, мы практически сегодня говорим о потере нашей государственности. Мы сегодня обеспокоены тем, что мы действительно можем проснуться в один из дней, неизвестно в каком государстве. В этих условиях важно, чтобы педагоги как никогда сплотили усилия для патриотического воспитания поколений, которые будут ценить преемственность традиций, культуру своего народа и отстаивать интересы своего государства, заключил Владимир Воронин. Полуторачасовая дискуссия, несмотря на удручающий характер обсуждаемых тем, завершилась позитивной ноткой. От имени педагогического коллектива лицея имени Натальи Георгиу Владимиру Воронину вручили в подарок календарь с астрологическим прогнозом. Переоценить ли это возможно? Удастся опробовать на себе роль лидера в решении многих вопросов. Активность и стремление идти до конца поможет осуществить далеко идущий план.